Добрый день, с вами Легкий Сергей. В этом видео мы с вами научимся пользоваться одной из лучших, на мой взгляд, программ для email маркетинга. Она называется ePochta Mail Verifier. Вот она. Мы ее запускаем, ее устанавливать не надо. Она запускается просто из экзешного файла. Вот он у нас открылся. Так, у него такой интерфейс. Для того, чтобы вставить туда электронные адреса для проверки, а программа предназначена для того, чтобы проверять валидность email адресов, которые мы собрали другими программами или которые у нас есть в базе. Вот я подготовил кусок базы данных, который у меня есть. Я копирую этот кусок, перехожу обратно в программу, нажимаю кнопочку «Файл» и «Вставить». И вот он вставляет эти адреса в интерфейс программы. Все, после этого мы нажимаем кнопочку Verify, и он начинает нам проверку. Вот он проверил нам 25 адресов достаточно быстро, и он показывает, что из всех внесенных нами адресов не существует один ящик и какая-то ошибка соединения. Вот по этому адресу. И еще один адрес. Почему-то блокирована проверка. Непонятно почему. После этой проверки мы вот эти адреса из нашей базы удаляем. Потому что, скорее всего, это какие-то битые адреса, неправильные адреса. Или адреса, по которым почта доходить не будет. Поэтому они нам, по большому счету, не нужны. Все, мы эти адреса можем сохранить в Excel, Word или куда угодно. И после этого уже пользоваться для электронной рассылки.